Ну что, догнать его и подъебать? Блять, он там на всех ругается, в натуре долбоёб. Ой, какой красный, ой, красный. Я думаю, что мой самый лучший план — это просто взять его за куртку и потянуть сзади. Грозный, грозный! Бывают такие дни, когда ты можешь расслабленно покручивать по центральной части Ленинградки. А у меня сегодня как раз подходящее настроение для этого. А у поганая сил нет ни на что. И да, почему бы нет. Обычно я не рекомендую велосипедистам сюда залазить. Потому что преимуществ откручивания именно по вот этой вот центральной дороге никаких. Но зато свалить отсюда очень сложно. Вот. Ну и скорость движения тут суровая. Но не сегодня. Почему сегодня никто не едет, вы узнаете в конце этого видеоролика. Логичным образом. Что ты моргаешь? Что ты моргаешь? Блин, можно свалить влево, но там я не поделю дорогу с этим мотоциклистом. Ну, междурядье точнее. Море, море, море ведер. Толстые ведра, ведра поуже. И еще раз напомню, я сегодня никуда не тороплюсь. И я тут спокойненько и не уебаню. Так, куда хочешь. Пусть знает, куда хочешь. Солнце светит прямо в рожу от жара дороги. При открытом рте горло пересыхает моментально. Надо сочинить себе гидропак, что ли. Тогда я буду как настоящий велошизик. Не, ну я мог бы, конечно, взять в одну руку фляжку, а другой скручивать междурядье, но нет. Мой уровень акробатизма этого не позволяет. О, блядь. Давай, ебись вот в этого, например. Давай, давай. Ну что, догнать его и подъебать? Знаете, бывают такие маленькие котики, которые рычат на всех подряд. Зрелище скорее милое. Не, ну он явно видит меня в зеркале.
Скорее всего, его это раздражает. Хочу его отпиздить. Что я сделаю? Я думаю, что мой самый лучший план — это просто взять его за куртку и потянуть сзади. Блин. А, ничего не получится, потому что он руками за руль держится. Надо, чтобы он сначала встал. Блять, он там на всех ругается, он в натуре долбоёб. Нет, но он ругается на всех. Ох ты мой котик. Ну а здесь-то что? Так, я что, отстаю, эй? Ой, они встретились друг друга. Даю установку, ебитесь. Блин, ребят, у меня сил сегодня нет в гору ехать. Грозный, грозный. Ну все, чувак, извини. Бля, надо попить водички, иначе я сейчас сдохну. Сука, мне кажется, уже ноги сводят. Причина пробки. Вот эти дорожные работы. Сколько тут оттяпали? Одну полосу? Две? Так, ну я вижу одну полосу и тротуары, все. Вот. Все, что нужно для хорошей пробки. Забрать одну полосу.
все, я нахуй останавливаюсь, блядь, пью воду, пизду. Всем спасибо за просмотр. А да, я, кажется, никогда этого не говорил, но статистика Ютуба мне показывает, что вот это 70% моих зрителей — это люди, которые на меня не подписаны. А мне там до сраной 1000 подписчиков осталось штук 50. Поэтому кликните, пожалуйста, на, блядь, где она там, на вот эту вот иконку, на которой изображен велосипед. Вот. Все, идите нахуй.